Здравствуйте! С вами программа «Песочница» и ее ведущая Наталья Галушина. 9 мая – это праздник Великой Победы. Вся страна будет отмечать этот замечательный день. Свои поздравления в адрес ветеранов и жителей города Северодвинска сказали дети из Центра развития ребенка номер 3 «Морозко». Итак, давайте смотреть. Глебка, скажи, пожалуйста, какие праздники у нас скоро будут? Праздник будет День защитника Отечества. День защитника Отечества. 9 мая у нас называется День Победы. Что ты знаешь про этот праздник? Я знаю, что про этот праздник я знаю, что война была великой. День Победы – это когда мы победили над фашистами. Все празднуют о победе, когда победили наши дедушки и дедушки, папы. Их становится все меньше и меньше. Наша страна победила. Отлично. А что значит победа? Значит, война была. Победа. Сильными, отважными и добрыми. Там, где наша страна победила фашистов. И победили кто? Наши. Это День Победы. А что такое победа? Это когда мы победили немецких фашистов, и они признали, что полностью сдаются. День Победы – это когда мы победили немцев. Мам, хочу мячик, мишку, самокат, конструктор и машинку на пульте. А я знаю, где это все можно купить. Торговая сеть «Карусель» – это множество игрушек на любой вкус и возраст. Яркие, интересные, интерактивные и развивающие. Это радость и праздник для детей и их родителей. Каждый день ваш ребенок растет и развивается. Правильная ортопедическая мебель «Дэми» для детской комнаты максимально полезна для здоровья ваших детей. Высота стола, угол наклона столешницы, высота и глубина сиденья легко регулируются. Детская мебель «Дэми» – это крепкий позвоночник и красивая осанка ваших детей. Заказ мебели в Северодвинске по телефону 8-981-551-72-83. Что бы хотел пожелать всем ветеранам и жителям города Северодвинска? Чтобы они защищали нашу страну. Я желаю всем жителям Северодвинска огромного счастья, здоровья и всякое другое. Счастья, здоровья и успехов в работе. И еще есть один такой генерал, который еще на Великой Отечественной войне был и еще живой. Самый молодой из командиров. Я бы хотел пожелать, чтобы у нас на земле был бы мир. Чтобы они были здоровы и жили долго еще. Я бы хотел пожелать, чтобы им все хорошее снилось, и чтобы все с нашей страной было хорошо. С вами были Матвей Калинин, Наталья Галушина, Владимир Богомолов и Александр Осенков. Смотрите нас и будьте первыми.